Вот эта девушка сказала эти важные слова. В городе, который приближается к полуночи, и у нас костер, а вот и Женя, наш друг Женя. Тебя видишь? Твой друг, да. Режиссер, он знаком с нами. Женя, как ты попал в кадр? Я могу взять твой перемак. Конечно, это не мой дорогой, но вари его. Иди сюда. Thank you.
варианты. А где я могу на испанском спеть, а могу на русском спеть. Вау. Давайте и тот, и другой. Здорово. Ничего. Хорошо. Давайте тогда тест на интуицию. Это песня так называется? Нет, это будет вам тест на интуицию. А, мне тест на интуицию. Окей, давайте. Да, получается, сначала я спою на испанском, а вы попробуете понять, что это такое. Окей. А потом я спою на русском. Вы видите, как спою на русском, то вы скажете, что вы почувствуете. Окей, хорошо. Да, давайте. Попробуем, проверим мою интуицию. Окей, да. Насколько она у меня интуитивная. Да, еще такой ритм хороший. Расскажи мне, как дела?
братом и ростом один секса. Еще и танцуете? Да? Супер! Найс! Мы вас тоже снимали, да? Не видно, вы. Thank you.
сказочный город, закрытие 5 июня 2016.